Киров и Тельнинское кладбище. Сегодня 5 августа, Международный день памяти репрессированных в урочище Сандармох. В это время, за два года большого террора 1937-38 года, только в этом урочище, по данным историков, было расстреляно и закопано больше 6 тысяч человек. Мы сейчас находимся на Петелинском кладбище в Кирове. Здесь, на этом месте, тоже историками доказано, что людей расстреливали и в ямы закапывали. По данным историков, в Кировской области за два года, 1937-38 год, было убито и захоронено в этом месте, еще на соседнем кладбище, 1936 человек. Сейчас мы читаем список, который нам послали с музея Сандармоха. Это люди, убитые и захоронены в этом урочище Сандармох. Прохоров Иван Евстигнеевич родился в 1891 году в деревне Пегрема Заонежского района Карелии. Русский, плотник, расстрелян 9 марта 1938 года. Прошин Михаил Иванович родился в 1904 году в деревне Яковлево Ивановской области. Русский, безработный, расстрелян 3 апреля 1938 года. Распопов Павел Павлович родился в 1898 году в Самаре, русский, заключенный Бетбалфлага НКВД, расстрелян 9 декабря 1937 года.